себе вард инвикс. Но нам надо будет дефить это. Так, я пойду с ТП. Он ушел в топ уже. В смысле ушел? Он в топе, ломает. Давайте, давайте ломать ТП. У меня не будет ТП. У меня будет ТП в топе, если что. Можем ХГ идти даже, по-моему. А, ну гоу. А Егис еще сколько? Мало, пиздец, 20 секунд. Хотим, нет? А я ну, я отпишусь дефит, да. Толкать посильнее. Меня Кримсон митит. Там я сейчас нафармлю хекс, можно будет его ловить по карте уже хорошо. Mm. Видишь, мы позовем бойцы, если что. Все нормально, они ничего не делают. ПКБ собирает бладсикер. Антимаг топ еще, лицо. Маны надо кому-то? Yeah. Пропала Егис. Нам надо рынок строшным. Надо вижен вот сюда, вот очень важно. Он хуй сосушки там стоит. Вижу, вижу. Он антимаг Леонид. Опять иллюзия, он конченый. Походу. Пойду разъебу их, ребят. А вот, смотрите, тут. Я иду к вам. Я иду к вам, если что. Боже, как ты заебал меня. Прижал головам не порегенить ману. Бро, не знаю, чем еще тебе помочь. У вас там драка, блядь? Да. Я бегу к вам. Пизда. А есть что-то? Мы в говне легко. Это... Мог не бегать, я умру. Какой-то байбек есть, Сань? Можешь? Нету. Да уходите уже кто может, что вы тут друг другу? Я с ТП. Я ушел. Так, все. А, у него тоже БКБ, ему понять просто, ну, ладно. Да, ему тоже, наверное, БКБ полетит. Блять, антимаг под Blood Rage, что это за хуйня вообще такая? Ну так он и получает больше. Нет? А, вот так вот. Ну я типа готов, если что, байбек есть, вот все здесь. Здесь у нас стоит. Ребят, типа надо это. Типа я пошел походу суицидиться, да? Не, не хочу. Не буду прыгать. По сетке покидаю просто им. Я резнулся на самом деле. Ну можешь цеплять, тогда бежать, Саш. Тайд с рэвиджем. Да похуй. Да похуй. Не можем цеплять тайда? Можем, можем. Вот этого парня зацепили. Надо РПшку, Саша. Хорош. А этот что хочет? А? Друзей, друзей его надо. Ой, нет, не бей, хиляю тебя, вот. А где хуй этот? Этот хуй без ульта уже, кстати говоря. Не, ну он может прыгнуть просто меня сейчас, ну хотя не вряд ли он будет это делать. Топ, но, топ, я побежал туда. Я домой. Ой, я мипарями с вами, если что, с собой просто тут. Ну я без ванны, я домой иду. Просто где-то тут вот фармить сейчас. Его хорошо было бы. Он. Вот он. Я готов, если что, ребят. Кто-то может еще? Нет, ты я пошел за ним. Сейчас сеточки ему, а там еще мантупик. А? Бегать. Хорошо. Антимейдж! Уёбок. Шо, Рошана чекал кто-то? Или рано? Ща гляну. 19-20 будет. Рановато. А чё, может топ сломаем Т2? Пошли? Да пошли, наверное. Там рейджа не будет, по идее, сейчас. Да даже если будет, там похуй не у нас РПшка скоро будет уже. Пошли, сломаем. У меня хекс скоро уже совсем. Я иду. По-своему иду. Ой, ебать, я... Засмотрелся. Он рейдж что-то кидал? Да. А, да. Корма не может не дать тут. Если захочет, то всегда даст. Так, это в кого полетело? В тебя. Меня в одного, да? Я его чуть-чуть отведу. Нет, я его подальше отведу. Ну ладно, все, отходите. Так у нас РП есть. Мы можем ХГ, не? Сверху. Давайте, я пойду руну заберу. Эта хуйня не работает, куда ты мне кидаешь. Ну, ты вроде на месте стоишь. Не работает все равно. Можем вот это поймать пассажира? Можно? Можем на это поймать. Вот этого, давайте лучше как-то. Можем? Намного приятнее его ловить. Вот этого.
У него, правда, БКБ, ребят, но надо как-то вам активнее уже. Вы готовы? Да, да. Лёх, мы готовы. Понял. Пошли мид. Да, давайте на мид, я сейчас этот самый, я могу вот... Я куру повел секрет-шоп за хексом. Смотрите, будет это плюс? Ну их там много, или они уходят на мид. Слушайте, а я забыл, что я делал, я фармил топ или саппортал? Фармил, да, вроде? Фармил. Всё, всё. Конечно, фармил. Ты хуесос, ну. Не въебывайся давай, ладно? Не, мне просто, я правда забыл. Я типа часто саппорт мне поиграю, а тут я, у меня все так охуенно идет, и я не помню, типа, что я делал. Давайте вместе только ко мне, потому что я все буду давать. И пайп, и кримсон. Или вот здесь, вот смотрите, внезапно. Я курицу. А, нет, пусть постоит чуть-чуть. Да, я не туда. Несу курицу. Бегу мид. Они могут спин нас как-то обходить. Не, они здесь. Они здесь. Вот напали, ребят, нужен пайп, нужен все. Я все дал, все дал. Хорошо, хорошо, Сашка, у меня бьет. Хилю. Мне пизды дали, ребят, дальше не знаю. Мак, можем пиздить? Или мы в говне? Да-да-да. Да. Ребят, колбочку. Барак, добейте, ребята. Барак, милишный. Барак, милишный, добейте и уйдите, куда что. Добей барак. Ребята, познаете, сколько тележка для нужна туда? Ой, блять, почти, сука. Так, ладно, надо Рошану убить, ну ничего. Нам же нихуя не сломают, Рошану не заберут. А кто антимага убил? Кто молодец? Я убил. Дайнг. Конечно, блядь, ты убил, сука. Так он уже уходил, я ему хил. А можете сейчас на Рошану бежать все быстренько? Да. Я тоже побегу. Леона, да? Они тоже. Антипарк уже туда бежит. Бежит, стоит. Но они долго будут бить без антимага. Да хуй знает, фанает. Да не, забей, долго. Вот секером. Долго. Да не, нам... Прям сейчас надо бежать просто. Прям сейчас бегите все и все. Я бегу тоже. Станчики там. Там антимага еще даже нету. Да, сетки покидав сейчас он какие-то. Будьте кто-то рядом со мной, пожалуйста. Я иду, но у меня КДРП еще чуть-чуть. А его еще нет, да? Рошана нету? Да не должен быть, как нет. А ну дайте посмотрю. Да, есть, все в порядке. Что? Есть? Есть. Нет. А, он кидал. Я лечу. Иди бей его, лечу. 9 секунд РП, я вот здесь вот. Они к нам идут. Они идут. Надо бить все равно. Нет реведжа. Надо бить, у меня хекс есть, если что. Если кто-то прыгнет в нас. Полечите мне больного, пожалуйста. Чтоб его не зафокусили. Тут только быстро, ой-ой-ой. Я захексил Тайда, добейте, я откликну, пожалуйста. Добейте Рошана. Я забрал Егис. Хорошо. Я забрал, я встану. Ебал объемом? Маны дал. Я пока ничего не могу. Что-то есть какие-то скиллы? Вообще что? Ничего. Я дерусь, вот я Тайда бью. Я бы бэкнул все. Блять, как он меня больно, блять. Этих убиваем. Всех да. Просто тут все твои губки. А? Там антимаг. Добьет. Я вижу, что там антимаг. Надо того добить, хуесос. Как я на самом деле бэкнулся, вот его могу вывести. Я бегу за ним. Где он? Я здесь встречаю. У меня нет камней. Я здесь. Вниз, по-моему. Вот тут вот. Он сюда мог еще прыгнуть. Блять, куда он прыгнул? Вот он здесь был, ребят, куда он прыгнул? Он дальше, вот сюда вот. Куда-то. Туда прыгнул? Он вот здесь был. Да, бежит. Ёбаный в рот. Вот тут. Ладно, го, не будем дрочить, пошли и сломаем что-то. Или мы ничего не сломаем. Рейдж тратили они? Тратили, да? Нет. Да, я и говорю, нет. Нет? Нет. Хуёво, значит половить можно, у меня хекс есть. А можете я тратил. Стоять кто-то просто за мной один. Типа я... Вот можем прямо сейчас в миде, есть плюс? Бегу туда. Бегу. Кра, кому стоит на линии? Мы еще не бьем. Ребят, вот здесь смотрите. Так, я тут, да. Он с реведжем. Я понимаю. А берем его? Или ты достал? Берите, не, Макс сверху вообще. Он на мне раптуры, я не могу. Он как-то кидает все время в правильную еще. А топ подавить как-то. Вы можете мид тауэр. Топ 10 надо. У меня нет ТП. Да, я делаю. Вообще, короче, я пошел какую-то линию толкать. О, я в инвизии антимага поищу. И этого чувака ловить. Да, было бы здорово вот тут где-то его поймать сейчас. Да он где-то здесь будет фармить сейчас. Давай, я иду с хексом, если что, за тобой. Без манты есть еще парень. Не, он с его играет очень. Я вниз подойду на тампларку. Или в миде вот на Тайда. Тоже нет плюса, да?
Я боюсь один нападать, потому что они подтянутся быстро. Темпларку можно убить, или нет. Или на... Блять, ладно, я пробую миди. Сори, ребята, если что. Там дохуя. Что поделать? Ну да, он байтил стоял. Пегасом? Нет. Понял. Эшбэйбэк. Петух ебаный. Ну короче, говорю, кто-то. У них еще секунд 50, наверное, после мипа не будет этого ревейджа. У меня есть байбэк, мы сейчас должны их уебать всех, если они пойдут так, куда-то. Сейчас меня могут уебать, надо форсить какую-нибудь хуйню. Вот, ребят, их нужно убивать сейчас всех. Сашка, подойдешь? Иду за базу. Я байбэкаюсь, тпшусь, прыгаю, пуфаюсь, хекшу и башу. На топ блинкается. Есть что-то подержать его? Ловите да. его, пожалуйста, там. В миде кого-то есть? Ну, они разбегаются теперь. Рвейт же нет, комит. Во. На тебя его, что ли, тратит? Да, да, да. А я изнул смок вообще заранее. Пошли, 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 мид. Если сдохну, все, пиздали, вам нахуй. Хорошо. Не умирай. Хорошо. У меня тогда там что-то по это... Поспасайте, потому что... Я просто в лесу могут съебнуть, они туда уходили. Кто уходил? Они. Чё, пугаешь меня? Тоже. Вот, оранжевый был. Бля, ДД у темпларки. Так она БКБ нажмёт, его не будет. Почему это? Будет, будет. Не спадает? Нет. Ну ладно. Нам сейчас весь развалит кабинет. Точно? Да. Рвейджа нет, у нас все есть. Когда лучше будет момент? У антимага БКБ еще нет, так вам скажу. Тем более. Давай давайте нахуй, вот нет, там реально траваген. Так, раптурка. Сашка, ну, надо тебе начать как-то. Понял. Нам пизда. Почему? Ну что меня убили. Хнык. Хнык. Ну хз, он просто зашел, блядь, вы все смотрите, он у меня такой это там. Он всех обдать кап... сюда. Ну я все, что мог дал. Хз, еще могу. Грустно. Нахуй я этого тогда пытался убить, был бы байбэк сейчас. Может скадик какой-то был бы уже. Руинишь, походу. Да не то, чтобы руиню. Горяк, там ты топ, сейчас, них... топ сейчас убьет антимаг. На соси у них, Игорь. Door Protection. Да, я типа ёбнут они, если как-то бежит. Долго, да. Так, ну да. Будь подкрыто. Нет. Топ идёт. Так, слышите, милично можно засейвить, не? Вот надо её, да, что-то с ней сделать. Будет кто-то? Да, 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 я тут. Там проблема в том, что антимаг помогает второй милишный. Давай пей. А, понял. У меня нету. Ну, реально похуй, он просто ломает браки. Как есть план, ребят. 57? У меня нет плана. У меня закончились тоже. Планы. Рошан? А, или когда? 25-57 это что? Это тайминг нового Рошана или это Айрис? Хуй его знает. 19-18 это... Рошан. Первый. 25-57 второй, значит. Да не, не может быть себе. 25-57 это какой-то хуёвый тайминг просто. Там это... антимаг на топе, он явно не один, наверное. Мне кажется, один. Там на топе вообще игроков никогда нету. А ты мой бальник сломаешь? Ну, если вы подойдете... Поломай, поломай ебал им, я иду. Ну, блядь, ну тут сейчас будет какой-то герой, мы игру проиграем. Да, нет. Иди, иди уже, нам или пан, или пропал. Ну. Что не произошло? Их двое всего. Я вижу. Там еще ребят нету? Ну-ка, нету. Да, это мы уебали. А что он давал? Он рвейдж давал, да? Да, да. Что мы хотим? Я топ отпушу. А чё, пацаны! Антимаг настоящий. Ну, тут вижу. А будь под крепом, или я? Антимаг без... Я старался. Да. Я карта черная просто. Просто. Понимаете, в чем дело? Да? Из трех сторон будем играть? Чё трех? А, нет, тренер сломает.
Ну не знаю, сейчас, может, Саша мувики демки покажет. Че, я у них издохну? Давай, покажи, наверное, мувики. Ой-ой-ой. На БКБ? Ну, слышал, что слишком много магии. Слишком много кнопок. Нормально, нормально, Сань. Все равно было норм. В какой-то попал? Не репикнул блядскую ЦМ-ку, нахуй. Почему ты варды не ставил на блядскую? Да какие нахуй варды? Ну ты что, ебанулся? Я, блядь, вообще блевать хочу с этой игры, потому что я бегаю и нихуя не делаю всю игру, блядь. На ебучей ЦМ-ке. Андрюха, я бегаю и нихуя не делаю на ебучей Магнусе. Все по-братски. Баттерфляй. Че, ебем их? Ебем? Ну, а имя БКБ? А, у меня замученный тайп. Все. А я мутил всего 3 человека за всю свою. Нет, тяжеловато мне. Не, много уже слишком дэмэдж. Ладно, Лёха, блядь, засрал нам на группу вот это, блядь, здесь пришел, короче. Реально, да, блядь, без тебя выигрывали вообще изи. Ой, соса. Пошел отдал. Я сделал все, что мог. Мой бэк ебал, пипец. Ах вы твари. Да. Я не буду прощаться даже с вами после так такого. Получается. Все, а я попрощаюсь. Я пошел спать. Давайте, пока. Давайте, пока, ребят. Все, короче, в пизду доту, го, играйте в КС. Минус 27 в этот раз. А пока трекнут на рекламной паузе. Да в ротах я ебал, блять. Сука, этот блудсикер ебучий. Что это за говно вообще такое, блять? Да при чем тут он? Он ничего не делал. Да в смысле? Ну я, блядь, тоже ничего не делал, потому что я нарновился ЦМ-ку, блять. Ты мог варды ставить? Да какие варды, Игорь? Ну ты издеваешься, что ли, блядь? Играть ММ на ЦМ-очке и ставить варды, блядь. Да я блевану себе в рот скорее. Потный ММ, ёбаный рот. Да какой ты потный ММ? Мне эта победа нахуй не сдалась. Ну, блядь, просто хочется поиграть, типа подраться нормально. Вот знаешь, есть ММ-чики, где ты, собственно говоря, выигрываешь просто. Есть, где тебя ебут просто. А есть ММ-чики, где можно поиграть. И вот это такая игра, где, казалось бы, можно поиграть, но я бегаю на ЦМ-очке и нихуя не могу сделать. Ты ЛС, походу. Походу ЛС, да. Вообще, я бы похавал. Мы уже покушали. Да? Заебись вам. Короче, я пойду поставлю разогревать хавчик. Давай, а я пока там игру поменяю на Твиче, пока то сё, 5-10. Так, из дотки я выйду. И тоже передохну немного пока что. Здесь людей было, да? Что ты говоришь? Вот здесь дохуя было. Было, было много. Каждый успел побывать здесь. Каждый успел. Так, ну что, давай, я тебя инвачу. Нам нужны еще люди, я не знаю, бах будет, не будет. Давай, инвайте, инвайте. Да его найти еще надо. Сука. Алло. Алло. Так, не те кнопки нажимаю что-то. Так, а чем Бах там занимается?
Иван. Да. Принимай группировку. Сейчас, секунду. Секунду, Андрюш. Андрюш. Ага. Андрюш. Да. Не спеши. Так. Можем ехать? Не, надо пятером. Это же салт. А ты не хочешь милитию поставить? Да, мы сегодня играли в милитию. Это такая божественная карта. Да блин, она же искаться будет, ебани сколько. Нет, мы вообще, самое интересное, стояли все карты, понял, все начали ржать, уже выпала милития. Это был просто пиздец. Давай ассалт и милития играть. Просто на милитии сейчас 6 минут поиск. Вообще не кайф. Давай. На самом деле, если мы в пятером, там 5 человек найдется. Так может тогда все карты первые доты, говорю? Я пытался. Старые. Ацтек не айсовый. Ну ацтек, да, он вообще дерьмовый. Ну... Ацтек, кстати, еще ничего, даст первый такой. Очень простой, очень скучный. Не, ацтек там просто стоят одни снайперы. Ну да. Милития вообще божественная. Серьезно, там есть где разгуляться, да, ацтек. И вертига крутой тоже. Так, сейчас. Так когда с первой, что ты говоришь, там наоборот проходов добавили. Его и обновляли недавно. Здорово. Жора, здорово. Где мне тебя добавить? Почему ты не в стиме? Я в стиме. Я пригласил его. Андрей, хватит жрать. Так, значит, Assault, Militia, Dust. Ацтек ставить еще? Нет, ацтек не надо. Там действительно будет неинтересно, все гореть только будут. А что, это ёбань? Да. Да добавь вертига, я тебе говорю. Нахуй. Вертига? Она действительно играл, крутая. Хорош, блядь. Я уже играл на вертига, нахуй её. Да ты и про Саул так же говорил. Да, с первой. Убери первый, не гони, это трэш, реально, он скучный. Он тупо скучный. Так, а что поставить? Поставь, ну, Assault, Militia. И всё, хватит. И то интересно, серьезно, есть где разгуляться. Андрей, хватит жрать, это твой друг? Это Жора. А, ну Жора тут. Потные подмышки теперь. Ну Жора сейчас нам будет показывать мастерство владения оружиями. Жорж. В 1.6 бьет, это показал бы Андрей 1-1 на миде. Ебать. Жаран. Да. Андрей, ну ты же знаешь, я умею в 1.6. Ты меня унизил, блядь, так что я не буду с тобой разговаривать больше, блядь. Бля, лишь бы милития была, реально, если я побегал, какая жесткая. Ты в дот-то играл сегодня? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Поднял ранг, нет? Ранг. ММР. Иван, короче, я понял, ты проебал. Считай, уже 15 число, у тебя осталось 4 с половиной. Андрюш, мне Алоха сказал, что он все сделает. Да? Мне Алоха реально заявил. Это не проблема. Понятненько. Все. Что еще есть сказать? Понятно. А сундуки сегодня открывал? Есть подозрение, что за 4 дня даже Алоха может не справиться. За 4 дня даже, блядь, сам Иисус Христос может не справиться, будет попадать на бомжей, блядь, со член. Андрей, в 300 точно сам Иисус Христос не справится. В 300. Ой, блядь, Жора, завязывай, это бомжи паблики можно тащить, блядь, на одном герое. Хуй не получится, Андрей, у меня каждую игру по 2 типа ливают. А ничего страшного, берешься медузу, блядь, и разъёшь. А я медуза хуйня, сладко берешь. Слышь, медуза не хуйня, ты не прав. Ну она не для лора, это ММР-герой. Сларк хуйня у меня на спектре получается выигрывать. Так, медуза, ты стоишь, одну кнопку нажимаешь, глаз есть, дерешься, глаза нет, не дерешься. В пабе в этом лоу-рейд. Теоретически оно так, но по факту, как бы, любой человек, который только открыл дот, он понимает, что нужно убивать героев. И если таких 5, они просто идут на эту медузу и убивают ее нахуй. Ну вот я недавно не горел, то, что у меня медуза на эндштах команде, в результате мы с мега-крипами выиграли там 4 рапиры. Поверь мне, блять, в паблике ММР сейчас медуза это очень кассовый парень.
Потому что даже если ты щимишь, блядь, забираешь все вышки, и теперь вот тебе надо закончить, блядь. Поверь мне, кто-то натворит хуйню, блядь. Да, там после 20 минут стабильно такая хуйня происходит. Случится минус 5 случайные, блядь, и все. И медуза с рапирой. Дальше все, дальше уже забудь. Ладно, я тебе верю. Дальше даже, блядь, уже даже не засплитпушишь. А чего ты, слышишь, чего ты делал? Чего ты с нами не тусовался, блядь, ни туда, ни сюда, там, ни в КС не предлагал? Я фильм смотрел, играл в КС. О, понимаете? Карту, надеюсь, это милите. Я уже тоже хочу милить ее, на самом деле. Принимаете? Принимаю. Я нажал. У меня два раза капсули. Три раза капсули сел. Постоянно принимайте. Знаешь, четыре раза капсули. Какая боль, когда у тебя Фурион 0.21 и Инвокер 0.21 соло мид. С Еулом, Аганимом, бля. Медуза спасет. Медуза спасет, да. На Спектране стрелы спасла. Бля, кто не принял? А, все, все. Все нажали. Я же сказал, я нажал. Опа. Ладно, тоже ничего. У нас все опытные. Жор, блядь, на самый опытный. Че мы сегодня играли? 6, на говорит, соло мид можно сказать. Слышишь, Андрюш? А. Че мы сегодня наиграли на сауте против Global Elite, блядь? Я не знаю, но он, знаешь, не особо выделялся, по-моему. А, Андрей, я воспользуюсь тобой. Зачем? Воспользуйся. Если в чате есть хороший мувмейкер CSGO, пишите мне в ВК. А если есть плохие только? Ты будешь свои демки мувики показывать? Мне самому, потому что что-то лень с камерами там разбираться. Ты хочешь свой мувик сделать? Я начал сам делать и понял, что камеры в CSGO это ебала, в 1.6 раз проще было. Так пускай это они тогда тебе сделают, блядь. Первинг, шлепай, шлепай. Они на меня согрелись. Как он прыгает, сука. Блядь, кошка, ты охуела, блядь, это провод от мышки, блядь. Че он мутит, Иван? Уйди! Ой, мы затерялись, ты зачем? А я, блядь, смотрю, что-то вниз не едет, блядь. Наоборот, вверх мышка подпрыгивает, блядь. А что такое? Так что кошка мутит-то? А кто туда сейчас, какая здесь страна? Я просто прицел вверх начал уезжать, блядь. Я пытаюсь попасть, блядь, а вы вверх, вверх. Думаю, блядь, что за хуйня? Опа. Чё-то нас ебут. Пиздец. Опа, вот там, смотрите, сейчас снизу будет АВП-шир. Хопа, выпрыгнул и... А ты чё так стреляешь? Ты голову слови, блядь, себе. Ой, Мервин. Так нечестно. Жесть. Парни, у меня сейчас такое настроение, что я просто хочу посидеть, там, посмотреть на домики. Чувак, на сауте так можно сидеть? На дверь хочешь посмотреть? Не, я просто посижу вот с чуваком этим. Андрюш, на следующем играю на сауте, согласен? На салт следующий. На милиции ты хотел сказать. О, бабки. Милите, на милиции, да. А мы Волошу-то добавим или нет? Да, я здесь. А, добро. Ай-ой. Нормально. Ребята, меня залагало, что-то вылетело. Да так всегда на салте. Два в нижней двери, два в верхней двери уже. О, уже, действительно, блядь. Нижняя, Раша. Волошка держит. Есть, парни. Я тоже ему в голову дал последним. А нижняя дверь-то где? Вот ты в нее бегаешь. Под верхней. Ага. Нашел. Хорош. Это все мясные. Сектор клир на барабане. На крыше последний. А, изи вообще. Я просто бегаю, смотрю. Волоши МБП. А-тра-та-та. Я на инфу побежал. Скаут берешь, да? Да. Все закупаете? Да милите, скаут это вообще самое козырное. Я... Блять, тебе понравится, отвечаю. Милите, тебе понравится. Все, это на инфу. Там такие расстояния. Ну, я помню, в 1.6 приятная карта была. Да, в 1.6 топовая была вообще. Кто выйдите кто-то в дверь со мной? Ладно, забейте. Ого. Папаш отдал. Где? В дверях. Очень много. Угу. Три в дверях, два в мейн идут. Окей. Я на крыше. А, тут же крыша еще. Блять, где подсадка эта ебучая? Андрей, что-то не так. Я на крыше сдох. Одного убил. Я не понял, откуда меня убил. Верхняя дверь была. Моста. Уже топ зашел. Он в будку идет. Нижняя дверь и будка. И верхняя дверь. Попал в верхнюю дверь. Прыгает. Андрей, надо не в двери, надо в людей. Ну эко, правильно? Ну правильно, да. Я предлагаю рашить.
есть, у меня один план. Через что? Не надо рашить, не надо рашить, ребят. За террористов сидеть рано. Мерф, ну ты выйдешь вообще в дверь? Я? Нет? Это не да. Я Мерф. Мерф, ты... Понятно, это Тим Мервин. Окей. Ну, нет, если чувак, ты подставил меня, блядь. Четверо здесь, четверо. Четверо у двери тут. Один на мосту, один на мосту. На мосту, на мосту. Волош, как там? Все нормально. Встреч, блядь. Нормально? Здорово. Того не снова. Волош сейчас присунут. Оставили одного и пусть, блядь. А как ты так быстро оказался там? О, это надо уметь. Зашел в двери, верхние. Ага. Резнулись у двери прям. Хорошо. Хорош. А хватит очистить. Я такой. Нижний, по-моему, зашли. Ой-ой. Что он делает? Дверь закрой, блядь. Йокер! Где? Где Йокер? Знаю. А, один под нижней дверью сидит. Под нижней дверью, да. Шифтит там бегает. Попал вроде. Не, не попал. Верхняя дверь. Верхняя и нижняя, получается. Второй где-то там на мосту, на крыше был, непонятно. Зашел, Андрюш! Твой же ж! Добивай! Попал по нему. Андрюш, с верхней двери прикрой. Мечист. Я закрою дверку, дует. Другой на центре. Один на центре, один в двери. Мейн, мейн, мейн. Давай, пусть сюда заходит. Он, по-моему, снизу зашел в дверь. Это еще один ассист. Уходи, уходи в дверь, он не успеет, уходи в дверь. За... 3 секунды, Андрей. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, Андрей. Где ты, мразь? Дай эйс. А у меня есть пассист там был бы. Тоже неплохо. Да. Топ саппорт КС гол. Бля, опять телевизор шумит. Я в кишку полез. Ебать, в двери эти лучше не выходить. В два дигла, ёбаные психи, действительно. Там 4 человека вообще лезут. Они все время. В дверь? Я P90 отдал. Да, в дверях там. Отойдите от двери. Отойди от двери, отойди от двери. Нижний кто смотрит? Блять! С нижней, по-моему. А, нет, меня с крыши прострелили, с крыши. На крыше один тип. С калашом. Убил его. Кто он был? Мерф, это в кино пойдет, в мойк. А вот это? Зашел уже в нижней двери, зашел. В нижнюю дверь, бегает у нас планта. Мерф, это мы вырежем. Этот волхак мы вырежем. Ребят, один в нижней двери был, а другой? Крыша еще один. Еще один на крыше. И верхняя дверь зашел, убил? Да. Где? На крыше с ВП. На крыше. О. Да залезай, что ты слышишь? Ой, это палево, блядь. Нормально. А его нет уже на крыше. Справа по крыше. Верхняя дверь, хорош. Ай. Оращу, оращу, оращу. Ребят, можете этот раунд максимально долго играть? Мне нужно одно дело сделать. Я выйду, разменяюсь, ага. Так и сделаем, парни. Так. А что ты сделаешь? Я потом скажу. Что ты сделаешь? Потом скажу, Мерим, у тебя объяснил, что ты понял. Не-не-не. Нижняя дверь кто-то может глянуть? Ебать, их там дохуя на центре. Помоги. Я пошел. Посмотрите нижнюю дверь, ребят. Верхний зашел уже. Да-да, да, блядь, уже зашел, пиздец. Поздно как сказал.
Волош ноги. Блин, а двое их трое. Есть какая инфа? Я еще живой. Отлично. А что смотришь? Ага. Ничего. Я понял. Верхняя дверь ВП. Надо двери закрывать. Он уже зашел. Вентиль в будке уже выпал. Левее, прям в будке. Левее, золотые. Вот в этой будке, да. Забирает хвоста. Не, смотри туда. Все, один еще. Авик последний, да? Не, авик убил. Не, авик убил, да. Если он так и не подобрал там же. Сколько у меня времени? 1.5 минуты, вы ебанутые, блядь. Вон. Все, сиди, он с ВП. Он с ВП был? Да. Можешь попал. Вообще в мейну идти и снаружи его держать. Типа он не проведет мимо тебя. Получится? Да, получится, конечно. Да. Он попадет, он же не ожидает такой дикости. Все, и беги. Так. Вот сейчас попал. Все, можешь залазить на крышу и ждать его. Или вот где хочешь. Ну да, здесь. Нет, на мост. Похуй, какая разница? Да мост интересен. Вот, прям здесь на камень. Бля, пиздец, вы его растянули, вообще хорош. Он не знает, куда ему деваться. Вы определитесь, просто я помню, как в 1.6 было. Ты не слушай никого, блядь, они хотят, чтобы ты проиграл. Я на КСБ не играл. Ты хочешь, чтобы он проиграл? Нет. Я не хочу. Не хочу. Знаю, один прострел, блядь. Сегодня нас нахуй простреливали, блядь. Так надо идти в окно вроде. Да? Типа стены такие не простреливаются. Блять, в ответ нахуй стрельба. Что, суки, блядь, не нравится? Дред еще дела делай, походу. Я в кишке сижу. Дым нижнюю дверь дали. А, не, такой. Да хуя здесь патронов у этого оружия, блядь. Может эта нижняя дверь последить за ней? Нижняя дверь. Ну давай. Есть один. Да, он там слева за углом всегда сидит. А, меня с ВП убили с мейна. Получи, ебальник, сука. А у тебя там оружие было? Нет. Рипл. По вентилям должен ползти звук. Это я в вентиле сижу. Кто-то бегает уже по пленту. Ну, по это дому. Я. По деревянному ты бегаешь? По всей видимости, я. Минус вентиль. Внизу дверь открыли. Блять, что ж за хуйня? Блядь, я не готов, слышишь? Подожди. Вот теперь готов. Зашел он. Ха-ха. Смешной такой. Оружие у них было, если ты хочешь оружие. А я где вы его ёбнули сейчас? Ну смотри, догадаешься. В нижней двери. По-моему, дверь будет, где-то падает он. А пушка там была, нет? Дверь верхняя. Хорош. И на крыше ВП, ласт. Над третьим окном, который над дверью. Упал вроде. Я нижнюю дверь смотрю. Не заходи, только там этот снайпер. Не, я не захожу. Это извините, очень эротично нога дрочит. Он прям где-то за дверьми. Он в двери будет заходить. Но я в нижнюю смотрю. Да не, он не успел, он сейвится. Выходи, ебашу, он справа. Выходите в двери. Хорошо. Хорош, блядь. Хорошо. Че ты ему нафидил? Да похуй, у меня все равно билеты были. Андрей наигрался уже, походу. Да, да, Андрей пошел что-то делать. Вместо этого бот Фред есть. Кто на мид со мной выскочит поработать? На мейн? Да. Давай. Хорош, зачем рашить? Ну, блядь, сейчас опять нафидим. Все, боты приказал сидеть. Ага, бери хорошее оружие. Ой, за бота могу повылобать. Но калаш на улице, если чё. Я нижнюю присмотрю. Не, давай попозже заберу. Я верхнюю. В нижней двери. Двое. Зашли. Вышли? Да. Не попадаю. Могу сжечь их нахуй там. Ой, нехорошо сжёг. На миде двое. Один... Прям мне в ебало прилетело. Он прям над собой стреляет, над ящиком хочет залезть. Он прям над собой топи без прицела. А нижняя дверь можно? Ещё один нижняя дверь. Да, вот туда, в угол. Нахуй, чтоб они там... Блядь, там ещё уже, сука, мейн. Благо патроны позволяют.
Боже, твой, стреляй, просто не останавливайся, это же оружие такое. Блять, хотел обмануть его. А, там еще трое, ёбаный рот. Почему вас так мало? Будки под. Внизу. Мувики-дамки. Мервин, кто-то войдет в мувики? Нет. Хорошо, что так дредстрим тоже не вошло, потом бы. Это после титров будет. Так у меня нет денег, я готов. Я просто рашу в разные стороны. Где бы взялись? Да, зарашим. Ой, я знаю, что я буду делать. Я купил себе Зевсика. Зевса? Ты хочешь или горшок ему ебать кого-то? Ну, там есть место, где можно уебать. Ладно, я пошел, короче, размениваться на инфу. Угу. Они все на базе. Да-да-да. Проверили? Да-да-да. Ой, меня даже не покоцали, блядь. Я съебаться успел. У меня позиция пиздец. Твоя позиция? Очень наивная. Дверь закрыл. Они видят на нижней двери. 1-2 точно. Сколько у двери? Андрей, ты не в игре, по-моему. Я в игре. Да? Нет, не в игре. Вот Фред. Я все еще на позиции, все нормально. Блять, с двух сторон, за ангар убили. Ебачечник, пацаны. О, нормально. Отличная работа. Ты его отомстил, блять, за то, что он тебя порезал в предыдущей браунге. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда ты попал там в него, блять? В очко ему. Ты его в душу попал в его, блять. Целься. Блять, ты что, ебанутый? В него стреляй. Это MLG 360 NoScope. NoScope, да, NoZoom. Залога взяли. Тут если сесть в самый угол, они вообще никогда не проведут. Можешь попробовать. У тебя позиция? Очень не очень, да. Очень не очень. По-моему, ты в не той позиции, которую хочешь. Ага. Вот это уже лучше. Не особо. Нормально. Бля, я, кстати, попал в него. Интересно, заложника можно через кишку вытащить? Да. Они, походу, так и повезли. Так, парни, бабки есть у всех? Ага, хорошо, есть, бай. Да. Чем берем? Дрэд, да? А чем ты занимался? Я это, пошел, поприседал. На стуле. Спорт, знаешь, это важно. Спорт очень важно. Да хватит не убивать, сутки, блять, я вас нахуй решил, блять. Блять, мейн. Заходит? Мейн? Мне в ухо уебали, да? В ухо это плохо. С стороны мейна. Удивлен, сука? Один. Ёб твою мать! Я даже не вижу, откуда он это делает. Тут эти из окна вроде. Из окна? Какого окна? Верхнего. Хорошо. Псих остался. Ну что, идем мувик дарить. Давай. Сзади. На крыше. Какие уда. Я не нашел его. Ты не смотрел, Жор? Че, не, я не заметил эту хуйню. Я за Дредом наблюдал. Я во все стороны начал ржать и Дред случайно стоит, попал, да? С подругом плей. Слепой шлем вылез. А чё, если я стреляю по заложникам, у меня хп доллары отнимаются? Опа. Откуда? Опа. Ух, Дред! Убил? А где ты его сделал? АВП будет мейн. АВП мейн. Дред, АВП мейн. Да, стреляйся с ним. Он дальше будет. Он подходишь близко, АВП подходит к мейну близко. Я не по мосту вроде бегает звук такой железа. Потому что меня могут ебануть вот из этих вот мест. А там все, там уже Арстел разобрался. А, нет. Не разобрался. Сука, крыша, тип, блядь.
Может быть кишка. Уже может быть снизу вышли, может быть снизу вышли. Ты топаешь там? Да. Не умирай, пожалуйста. Где? Зашли уже. На второй этаж, снизу. Три хп, три хп. Угадай, сколько нанес ему дрейф. Да идите вы нахуй, сдохли как дебилы, блядь. Это что, не прикрывает жопу? Мы даже Раша, блядь, больше раундов брали. Я могу уебать, блядь, просто любых, сука, здесь дебилов, которые будут заходить. Тут приходит, да? Парень в спину, которого должен контролить Мервин. А что так происходит? Потому что Мервин плохо играет, очевидно. Что я должен контролить? Что за ложь? Врага. Я сижу в будке и смотрю в окна. Я в кишке сижу. Да, зевсиком. Где-нибудь нет. Сидеть, не смотреть никуда, 250. Блядь. Да что, кишка — это важная позиция. Ты мейн смотришь? Иван? Да, ну так. Кривенько, но смотрю. Так. Под углом. Ой, мне интересно, сюда можно залезть или нет? Нет, нельзя, я упал прям вниз. Нормально. Прикил. Упал. Один, да, вентиль кто-то смотрит, да? Блядь! Я, да, я сижу. Он опять меня накрывает. Снизу. Я смотрю окна, короче. С нашей стороны. Кто-то по мне стрельнул. Наверх зашел. Второе. Верхнее окно. Пусть. Авик на цель. В мейне топает, это нет? Авик, мейне. Вентиль, вентиль. Попадайте, попадайте по нему. Решите, суки его, блядь. Я подпрыгнул, мне дал в голову просто, блядь. О, блядь. И второй еще слева откуда-то убил. Я Авик на метле. Мервик, что у тебя за позиция, нахуй? Тебе, блядь, люди придут, когда только тебя всю команду убили уже. Бля. Блять, это... Мервинг, давай, блять, нахуй, играй, нормально, заебал. Это пиздец. Мы сейчас так проиграем, делай все нормально. Да смотри хоть что-то, блять. Я смотрю все. Ты смотришь, ебаное очко, блять, просто. Все смотрю. Очко, в котором я сижу, между прочим. Присматривает очко Жоры. Ну просто, возможно, он мне не доверяет. Пойду фидить. Я оттуда вижу все точки. Нахуй мне куда-то еще ходить. Да хватит, хватит, это они стоят или вы? Они. Там пулемет тут вот. Пулемет. Ебать, он уже нас. Решите где тут, блядь. Ебать, мы встретились с человеком у двери мне. Цвета музыка была. Я в дырке сижу. Нижнюю дверь убил. Выходите резко в верхнюю, блядь. Они ожидают такой хуйни. Ну выходите, раз вдвоем, их трое давай. Осталось. Давай, давай. Вы уебете. Ну ладно, давай, давай, ебать. Все, а теперь в бочину их нахуй всех туши, блядь. На мосту. А на крыше. Ой, только попадает, ебать, он дает с дигла. Я ебался по оружию, что тут сейчас за... Мост. Минус 66 мейн. Мост со скаром. Минус 66 мейн, еще разочек скажу. Тебе надо найти ящик, запрыгнуть и смотреть мидл. Глянь. На ящике, знаете, запрыгай. Не снизу, а на ящике. А что ты не хочешь на ящике вылезти? Угу. Последний 30 хп. Самый слабый у них. Ебать, он дал, а с чего он вообще стрелял так? Отличная работа, Мервин, который выживает всегда последний. Так может я не фижу? Хватит. Интересное попадание. Бля, я F1 нажал, у меня закупка открылась. Бля, я F2 нажал. Ёб твою мать. Три трейдера в команде.
Мервин, я смотрю вентиль, не надо. Я не смотрю вентиль, я смотрю мейн, верхнюю дверь и окно. Подмышки, уходи отсюда. Зачем ты занял мое место, а? Я здесь так всегда сидел сладко. Мейн просто не подлазь, вообще там они не зайдут никак. Мейн не зайдут? Нет. А уебать оттуда могут, Мерв? Не заходя. Ну, я и говорю, не подходите. Блять! Что такое, Мерв? Сука, я прям чуть здесь не обосрался. Сорвался? Ты что так орёшь-то, блядь? Дверь ниже открыли. Ну охуеть теперь. Неприятный момент. Пойду я закрою. А окна там из крыши там палят? Ой-ой-ой, это где? Вентилях. Залез наверх. Крыша слева. Лезет на выход, Волоша, Волоша, справа. А там их очень много, но там слева еще был, ну лол, забейте это. Ебать, я нахуй бросаю эту базу, блядь. Как так получается, я не понимаю. Как у нас четверых реально вот везде. Я не в кишке же Андрей сидел. В кишке сидишь сверху, убиваешь его нахуй. Ну, я сижу сверху, он подошел, я ударил на 18 хп его шотгана, я не знаю, как это бывает. Пошлите мейн, просто выйдем в пятером. Да давайте не будем ссаться, у нас все время кто-то подсовывает. Просто пистолет. Пошли, короче, мейн реально в пятером, все равно денег нет, нахуй. У меня есть деньги. У меня нету. Ты богач, страдай. Ой, в жопу стреляйтесь, стреляю. Стреляйтесь. Да. Коробки, спасайте, коробки. Ебать. Подожгли, пацана. Ну вот. Ха-ха, заспрейл, блядь. Где? Ну они на базе прям, там один, 31 мы снял. Один умер. Сзади, где-то у нас в доме уже. Нижняя дверь вышел. В нижней двери ходит. Я в нижнюю дверь вышел, ёпта. Ну он меня убил только что. А, попал по нему, попал. Минус 82. Где? У нас возле нижней двери. Ёпта, блядь, снайперскую винтовку возьми. Вон автомат ниже. Сейчас с крыши ебанет нахуй, он где угодно может. У него минус 82, ты понимаешь? И в чем идея, блядь? Что я буду ждать его на его базе, блядь? Прикольно. Как? Пришел он, да? Иди нахуй, блядь! А чё, блядь, ты делал? Не можешь... Ты можешь в угол сесть и ждать? В какой угол сесть и ждать? Может, откуда угодно прийти, блядь? Любой угол себе найдешь и сиди там. Конфликт, блядь. Я суси, блядь, убиваю человека не для того, чтобы ты вот так вот умирал. Я, блядь, троих убил в этом раунде. Я спизон типа убил, причем на большом расстоянии. Так а хули тогда все они выиграли, блядь, если мы пятерых уже убили? Да. Не, я одного убил с бизоном. Да сейчас, смотри, ты уже минут трех убил. Берешь, блядь, двух. А что с дверью? Дверь выломали. Нормально все с дверью, там ребята только есть. Сука, ну иди сюда на узи. Я за машиной с деньгами. Дверь нижняя открыта. Бросают говно всякое. У меня есть узи, а больше мне ничего не надо. Я не знаю, откуда меня прострелили. Выстрел был с моста примерно. С правой стороны. С крыши, да, хуярят? Я хуй знаю, как он будет брать. Ну, постараюсь. В мейне. Напротив мейна прям стоит. Это, кстати, last round. В группе и кайфую. Ладно, 9-6, блядь, не 13-1. Кишку смотрим? Смотрим. Меня хуярят из окон. Верхняя дверь был. В кишке у вас надежный узел. Там скорострелки верхней двери. Да? И с десом кто-то бахнул кого-то. Он пока еще не вышел. Жопу мы смотрите ради всего Христова Святого. Да жопа точно не будет. Нижняя дверь. Стреляю. Верхняя вышел. Сука, нижняя. У меня 10 хп было. В нижнюю сейчас зайдет.
не заходит. Стоит у нижней двери. Он просто будет ждать там, наверное. Флешка нижняя. Мог в нижнюю зайти. Нет, тут патрона нету. Здесь и в верхнюю зашел. Верхнюю зашел. Лоша. Там двое. 5 секунд. 5 секунд last round. Просто живите, не умирайте. Ты сюда, сука, блядь. Хорошо. Лол. Его свой еще насовал. Насовал. На свай. Еще какая тактика за контртеррористов? Я пошел на крышу простреливать. Хорошо. А место покажешь? Там 3 места. Жорж, поднимайся на крышу, там поймешь. Да, окей. Давайте справа аркады. Еще место. Выходит Russia Center. Я вижу, я с тобой. Стреляю с ним. Хорошо. Это псих, аккуратней. Я кишку смотрю. Там Зевс полюбасу сидит. Кишке-то? Да. Ну мы туда не полезем, я думаю, да? Верхней двери один. Справа никого нету. В дверях. В нижней двери, если заходите, стоп влево смотрите. В верхней двери прям бегает по дому. В верхней двери ушел чел. Не пойду мейн посмотрю. Почему ушел? Потому что я его подстрелял. Ну, суки, они все внутри сидят, не хотят выходить. Не, вон стреляют по мне все. Не по мне. Блять, уже. Минус 24 всего лишь. Ну, рискни уже в кишке посмотреть, что там. На планете убил. Ну, над тобой может быть. Да. Вер, надо уходить. Да, надо мне с диглом сидит в кишке. Будки 34. Выходите, ребят, с кишки. В кишке он прям слез уже, Волоша, прям стреляй сразу. Угу. Мы. Хорошо, нет. На секунду раньше. Сейчас на миллисекунду. У меня килкам показал, да. Типа у меня в конце килкам показал, что он уже, ну, вот прям падает. Я понял, я забей. Я уже говорю, да. Я хз, нужно как-то от минусов играть, типа. Не, ну там мы первый тоже взяли. 116, 114, 70 и 50. Нанесено урона. 24. Почти пятером мейн. Я со скалкой. Да похуй, побежали. Тут столько денег. Я с пистолем. Это в прошлый раз работало, надо действовать. Они рашат? Неизвестно. Побежали, мейн. Кто там на мосту? Я спрыгну, если что. Я дым накинул. Ага. Тут стой, станьте. Дред, стой! Справа. Ебать. Опа. Хорошо. Можем не бежать, Дред. Так что не побежали? Справа бы убили чувака сюда. Я стрелялся с ним, но потом решил, что... Он всю обойму всадил меня. Ива, пойдем на крышу? Пойдем, если зовешь. Опа, аркада. Хуй вам, блядь. Опа. Хуй вам, блядь. А сейчас. Должен бояться, блядь. Вышел из кишки. Из кишки вылез. С такого ренджа минус 91? Ты что, уёбок, блядь? За мейном, за белой машиной. Мейн за тачкой у мейна. Прыгай решетом давай, прямо сейчас, быстрее. Ниндзя! Как пружинил, интересно. Пружинил? В реальной жизни тоже так пружинит, если на ноги приземляться. Пробовал, Жорж? От асфальта особенно. Нет, не просто видел нахуй одного такого долбоеба. Серьезно, что ли? Отпружинил точно так же, блядь. Пружинка. Бля, они даже не простреливают. Справа чекнем. ТЛС. Бля, почему бутылка? Справа огонь. Ты въебал ему дать сразу.
где дверь? Металлическая хуйня простреливается, ждал этот на мейне. Бля, и вверх горит, все горит. Ой-ой-ой. Там где-то петух в районе верхней двери. Петух еще тот. У них на базе внизу есть один тип. Я за патронами побежал, ребят. Из кишки вылез. И один внизу с дебом бегает. Не, он не видел. Вол, где патрон? Почему патроны не дают? Поздно. Мне реально очень нужны патроны. Ребят, дайте пистолет кто-нибудь. Жорж, дай пистолет, где ты? У меня, брат, 12 патронов там. Ну давай. Мне где-то хватит. На. Ты на крыше или где? Давай. Я на крыше, да. Так. Но я у кишки сижу. Давай. А, там же дядя вылезал какой-то, нет? Да, я его убил. Чего у него сдевать? Под будкой одного пострелял. Зэпом подобрали уже. У него пистолет у него был. Ну, ребят, надо заходить. В двери, скорее всего. Вы готовы? Да. Две в нижнюю, то три в верхнюю. Пошли? А я... Давайте вы зайдете. На верхней двери убил. Верхней двери. Ребят, пошли. Я уже зашел в нижнюю. Я в кишке. Кишка клир. Должен габарить. Блять, куда? А он сидит этот, хуй знает. Где? От мейна где-то слева. Блять, слева, да, от мейна. 10 секунд. Заложника можете взять? Заложника водите? Сука. Не надо заложить. Он за... Возьми заложника в будке просто. Он не попадает. Хорошо. Да, он там. Блять, это просто эпик, он четверых убил. Да, но по мне не попадал. Блять, как он мне засадил просто 4 патрона, блять, чёрт. А есть что пострелять там, что-нибудь дешевое, похуй. Так тебе денег должны были много отвалить. 4500. А есть смысл ВП брать вообще? А, ну да, в принципе. Лучше СКАР. Все равно гранаты не нужны. Я возьму эмочку. Как, не нужны? Ну чё, как я взрывать-то буду, ты чё? Ну давай, там же справа аркадит все время, опять. Да не, он гранату кинет и уходит. Иван, ты со СКАРом? Нет. А чего? Не знаю. Он попал я в кого-то через верхнюю дверь. Опасно так с кольта стрелять. Из глушителя. Патронов у него больше нет. Угу. Верхняя дверь. Вышел, да. И нижний вышел. Смотрим. Нижний убил. Верхний убил? Нет. Верхний убил, я. Захожу. Я кишку смотрю. Ой, блядь, там на ящике сидит на верхней двери. На ящике, на верхней двери. Там и сидит же, остался? Да. Я в кишке. Да, он прям в этой нычке сидел. Может, конечно, вылез. Так встанешь, не видно будет. Гайс, я в кишке, я готов к нему выход падать. Гайс. Да, готов? Пошли. Да, готов. А не, сидит. А что это за нычка такая? Блядь, ящики сидит. Посмотрел. Он на лампе, на ящике, походу, сидит. В будке, типа. Вот эта лампа, блядь, он туда сел. Андрей, не твои. Угу. Во сколько поезд приезжает? Надеюсь, не скоро. Бля, они с ним снайпер. Сейчас проедет под ряд. О, один приехал. Электричка во сколько? Ну, хотел узнать, походу. А кто-то лежит? Там болт лежит? Там труп. Что это такое? А что в мешке? Не знаю. Труп в мешке. В одном голова, в другом тело, в третьем руки. Ноги. Так денег много. Да, прям разгуляться можно, да. Только у кого первый респы, сразу направо чекайте, взрываете или просто убиваете его. Откуда мне уже в голову дали? Сверху он был. Он вышел просто. Просто вышел в голову мне дать? Да. С пистолета причем. Музыка. А, вон на какой лампе он сидел, сука. Сейчас его там нету. Блять, ну ты пошли нахуй.
Охуеть. Мне каждый раунд будет в голову так давать беспощадно. Ты где? Хуй. У верхней двери прострелил. Ну, хз насколько. Блин, заходи, просто верхнюю дверь начинает стреливать на расстоянии. Он съебался от верхней двери. Пленти очень красный. Там, правда, заложник попал. Хорошо. Хорош. У нижнего заложника красный чувак есть. Надо еще понимать, где это нижний. У нижнего заложника справа, Дред, вот там вот, да. Ага. Да, я знаю. Ящики простреливаются. Заложник. Пройти еще будет. Я готов ходить в майнес, что. Хорошо. Ой, это он. Видишь, как удачно. Какое у тебя хорошее оружие. Заходи, заходи, Мерв. И... Блять. Где? Будки. Справа от майнеса. Будки каленые. За ящиком красный взрыв слева. Что, блять? Где-то там. Да-да-да-да-да, там, да-да-да. Он просто раньше красный был. Жор, Жор, давай, 10 секунд. Жор, надо, блядь, что-то делать тебе. Бегу, ну я через мейн бегу. Справа от мейн бегу, ну типа. Нормально, пизда. Блядь, там же, ёпта. Увидел и отвернулся, пиздец. Денег нет, но я ебал, короче. Так, быстро. Как мы так много за террористов отдали раундов? Я, ребят, пожалуй, не буду на это оружие-то продавать. Я с тобой побегаю, может тебя убьет. Вот так вот ты думаешь, да? Кто тебя знает? Ну, да, наверху. Ушел. У тебя на девайсе не было? Нет, нет. Полно. Андрюш, на спуске вверх и вниз туда лестница. Ага, вот здесь. Андрей, зачем ты зум выключаешь? Я сам плохо свелил с тобой. Хорошо. Андрей, заходишь в верхнюю дверь, начинаешь оттуда всех по чуть-чуть выискивать и убивать. Изиш. Для тебя. Для меня нет. Да зайди просто в верхнюю дверь, там тебя никто уже не косёт. Начинай убивать. Подожди, ну я вот, я через крышу не вижу никого в верхней двери. Я в верхней двери тоже никого не вижу. В кишке лезет один. Помогите мне его убить. Помогу. Да прыгни, Жора, убей, у него, по-моему, девайса нет даже. Он, у него уже тут нет, в кишке, он лезет в кишке. Давай твой раунд, походу. Не, он сверху, сука, сидит здоровяком, бля, Питер. Где, где сверху? В кишке? Да, в кишке. Упал в кишку, помаз взял, сейчас будет вылезать. Ты зашел? Да чё за хуйня? Я смотрю кишку, все нормально. Так шоу. Помоги мне! Прыгай с кишки, прыгай в кишку! В смысле? А. На нижнем заложнике. Я понял, парни. Он в будке с заложниками. Может быть, сейчас я оружие заберу? Хорошо. Дождался. На нижнем заложнике один сидит. В будке. Ага. Засейви, засейви, засейви девайс. Да убей их трое все. Всего. И уже двое. Какое оружие, блядь, не нравится очень. Скар пиздец, имба. Сейчас отвалится кто-то, я не удивлюсь. Двое отвалится. Контртеррорист вин. Короче, я буду экономить, пока меня не будет на Скар. Или можешь со мной побегать. Во, с тобой армор возьму, побегаю. С младшим братом Скара, пожалуй. Младший брат Скара это что? Муха? Да. Муха, это прикольно. Хорошо. Уже ведь минус один, ребят. Может резкий раж, блять, или хули там? АВП. Там авик, да? Да, я забрал. Авик убил. Ну, Мерф убил, я забрал. В нижнем заложника нет никого. Короче, я с дерьмом, я пойду постреляю сверху. Кого есть дым? Нет, да? Блин, хорош сюда стрелять, ребята. Нервируйте, пожалуйста. Справа.
Один есть. Двое. Еще один там. За ящиком у мейна. А что на верхней дверь там чисто? Можно туда зайти? На верхней, вверх. Смотри за ящиком у мейна. Подъем наверх. Грязный, блядь. Взял одного. Ебать, откуда так прострелили? Хорош. Давайте денег заработаем. Где? Будки, походу. Я не знаю. Я выхожу из организации. Я просто не знаю, блядь. Ну, Дред, где? Я не знаю. В путке, он в путке. Хорошо. Ой, я его прострелил? О, прострелил. Скар рабочее оружие такое, нормально. А есть дроп какой-нибудь интересный? Я дам. Типа Скара. Нет, не дам. А, кстати, у меня есть, слышишь? Давай. А, нет. Ты умер, потому что в двери застрял. Есть. Пятерик, давай. О, спасибо. Поиграем. Работаем. Угу. Охуенно. Под задорки. Ребят, я уже готов из кишки выпрыгивать. Какой дверь не закрывается? Не надо готов выпрыгивать, на скары. Я готов выпрыгивать из кишки и быть у них в будке, блядь. Пропустите, проверить. Мы не видим будку, мы же ее не смотрим, блядь. Там выпрыгнешь. Смотрю. Пиздец. В будке есть один. Откуда хуярят, Мерв? Да со второго этажа у двери второй. Ребят, могу выпрыгнуть. Да, в будке есть. Ебать. Там пизды, а где он приблизительно? Он справа, от кишки прям справа он. Да ебаный он гандон. На лестнице еще один. Нахуй сосать, блядь, здесь будешь у меня. На лестнице у верхней двери один. Ребята, что дальше делать? Помогайте, что ли? Убивай лестницу. Прямо сейчас. Я убил. Зайдите быстро, там Иван на спине у них всех. Заходите быстрее. Ну хоть кто-то. Я верхний подошел. Я зашел, я не знаю, где враг. На лестнице был? За ящиком этим блядским. У верхней двери один. Над тобой где-то за тебя. Откуда он меня убил? Снизу? Волоша, где-то, ну посмотри по сторонам, Волоша, он где-то рядом тут. Где-то очень рядом. Ну, ты очень далеко от него. Я под кишку сижу. Хорош. А это где-то, блядь, тут шутганом был. С бабками. Где АВП было? Машины с бабками. Короче, это... блядь. Ага, я понял, я вижу. Двери. Там? Нет, это справа. Да берите заложника. Вот там, да. Берите заложника. Это там. Заложника. Или наверх-вниз. То есть я правильно смотрю, вот это. Вот это. Да. Ну или машины с бабками. Все, вместе уходите. Так, и что делать? Я машину с бабками смотрю. Там хоть никого нет, блядь. Надо да, наверное... Верхний, значит. Вон он, да, верхний, сука, точно. Верхний... Лестница. Да. Ну и где? Лестница, а да, там где-то. Во, там вот, да. Волош правильно смотрел, да, вот оттуда меня вон уебал. Да и... Он может наверх подняться и въебать тебя. Нормально. Пиздец. Не, я попал. За. Ребят, я же вам сказал, пойдите его найдите, что вы дальше ждете, пока он начнет делать минуса. Но мне скар нужен, мне не нужно было прикрывать, типа, я хз. Блядь, ты просто то машина с деньгами, нахуй, то, блядь, он справа, то слева, то бери заложник. Ну, а со стороны машины с деньгами, это было с той стороны меня уебали. Не, я потому что когда туда посмотрел, мне сказали, что он наоборот справа. Знаешь, смотреть направо. Вышел внизу, ебать, нихуя себе он ебанутый. Псих. Вот глядя псих. Что, шутите, что ли? Задавите его. И верхняя дверь тоже. Никого не убили? Да. А, 30 хп, отличная история. Ой, блядь, я ж так хорошо через эту дырку, блядь, прорвался. Короче. Так куда? 50 хп у нижнего заложника. Ну ладно, не важно. Хорош. Андрей, плохие новости, минус да? 49 в этот, на верхний. Выйдет дверь, скорее всего, справа сейчас. Его убили. Я Жоре. Другой в нижней двери. Жора, помогай, три пистолета. Жора, вон М-ка. Они все твои. Крыша последний. И это тоже твой. Где крыша? Да там. Ебучий релоуд, блять. Ну, блядь. Сколько патронов было? Упал в кишку, на шины, кишку. На шины прыгай. Пимпочка справа. Это континенталь. Да с той стороны, вот, и наверх сразу. Давай. Давай, Волош, хорошо. Можно, спортсмен же. Давай. Он был на крыше, Волош. Вот это АВП, можешь хорошая. Он с первого раза его убьет. Не топай, пожалуйста. Можешь не спешить, забей хуй, у тебя минута 30. Хорошо.
Зайдет наверх вниз. Из нижней двери. Зайди наверх вниз. Да, вот сюда иди, иди сюда, хорошо. Потом полезешь в кишку в эту, такое очень тихо. Очень тихо. Вон он снизу. Я увидел, увидел, но прицелиться не успел. Типа. Нормально. На ничего вытаскивай или нет? Да, да, да. Да, конечно. Чай вытащу, Иван. А что это за оружие? А, кольцо. Жора, рак ПСДЦ, 16 патронов перезаряжается. Плюс, плюс, плюс просто. Потные подмышки, 18 очков. Ну там, значит, да, сука, любишь сидеть, блядь? Ну ты, блядь, сидеть любишь, гнида, блядь. А успею ли я патроны получить? Вышел, вышел, на крышек нам лезет. На крышек... Да, это он. Он на меня упал. Патроны? Бля, не дали патронов. Давайте инфу где, ребят? Готов стрелять. Я смотрю, смотрю очко их. Я с мейном с ВП сижу. А, под мейном ящик. За ящиком вот под мейном. Под мейном? Ну, за ящиком. Трави его, давай, Иван. Красиво. Короче, что вы стесняетесь? Ёбаный ты дебил, у него 2 хп, 2 хп у него. В очке минус. Иван, у него 2 хп. У кого? Ну, у этого, который в мейне за ящиком. Я во вражеском очке, ребят. На верхнем один. Это, есть в пристройке ты? А вы все здесь. Выпрыгивай. Мы все в каналке сидим. Мы все уже выпрыгнули. Ты чё, блин? Дрэ. Справа, Иван, 2 хп, парень. Вот этот? Да. Я не попал, хорошо. По всем справа за ящиком, соперников. Жора, справа за ящиком, справа 2 хп. Два чувака вот для начала. Два хп, два. Два чувака. Угу. Ебать, им просто иду, заебали. Хорошо. Всё. И там еще один был. Второй в мейне вроде был с ВП. Я, еще точно. два. Точно в мейне? Один вот в мейне, да. Ты сказал, там еще один чувак был. Бегай, прыгай и в стекло не упади. Обратно вверх запрыгивай в каналку. Вот если ты сейчас выпрыгнешь отсюда, никто этого ждать не будет. Даже ждут отсюда с АВП, я туда с АВП. Давай, прыгай. Отсюда не ждут с АВП. А ты не пролезешь, наверное. Давай, давай, медленно, уверенно. Не надо, тут АВП. Это не АВП. Прицелься, стой. Ничего не торопит тебя. Прячешь с заложником. Заложником прикрывайся. Вот так вот, бам-бам. Слева, резко налево. Слышу, 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 слышу же, блядь. Давай, давай, с ножа его. Не простреливайся с пистолета, нож доставай. Нож! Кинжал. Сука, не допрыгнул. На колени поставил бы с тобой этого раба. Давай милитию, давай, дайте просто. Давай милитию. Сколько всего надавали. А пока трехминутная рекламная пауза, дорогие дамы и господа. Пока Жора переведет дыхание. Пизду, я в это, блять, в эту мапу не прей никогда еще. В этот CSGO. В милитию? Не, ну они сильно отличаются, их сильно переделали, в милицию, что я играл. Ну да, не, она переделана, но она переделана так прикольно. Господин потный подмышки, давай. Бля, без Nexus, кстати, не идет игра нихуя. А у меня повышение звания. Повышение? Да, 2 звездочки уже. Повышение или понижение? Ну, я считаю, что повышение. Вот, их жоли тоже победу до ранга. Да. Он, оказывается, сбрасывается. Жор, не играешь. Вместе не играть, да. Так, а где Волошка? А... Заинвайтите Чиче Волошку кто-то. Иван только может. Да, сейчас. Там я твой друг еще есть. Да ладно, блять, у нас нормальная пати, ёпта. Сейчас мы все только спустимся до звездочек. Весело поиграем. Не, лучше до лычек. Там можно на мувик играть. Там такие ребята веселые. Мне почему-то грустно. Я отвечаю, бля, Жора лычки, 100%. Жорж. Зачем ты так со мной, Андрей? Парируй. Я хочу, чтобы ты парировал.
Я не хочу, блядь. Зачем ты так жестоко со мной? Ты можешь парировать? Нет. А слушай, Амелития, это карта с домом, с канализацией, вот эта хуйня? Да. Ебать, так это нормальный мап вообще был. Тут же тоже заложники. Он огромный. Да ладно, Волош, как будто ты, блядь, играл в 1.6. Играл. Игра, ёпта, ну сколько тебе лет-то было, Волош? 7.5. Ну, хотя я в 7.5 тоже нормально хуярил в 1.6. Именно с половиной, а в 7 не хуярил. В 7? Это важное уточнение. Учился. Там, сам понимаешь, профессиональная команда уже зовут. Молодой парень, перспективный, очень молодой. Амбициозный. Очень амбициозный, очень молодой. А фотки остались, Ланов? Да, естественно. Ну, скинь в личку. ЦП в ЛК? Или как-то? Да, в Легион Командера прям. О, сообщение один. Привет, можешь... Сделать мне мувик? Нет, к сожалению, не мувик. Что, минет сделать? Андрей, почему у тебя сабскрайберов банят? Топ-шутка ЕУ. Блин. Кто банит сабскрайберов? Ну, дело такое, как бы, сабскрайберы не имеют неприкасаемости. ЮХФ банит Хремль. Кремль анбанил. Он, смотри, что он написал. Кто? Ну, сабскрайбер, за что его забанили. Как вы смотрите? Ну, типа там месседж deleted, ты жмакаешь, ты его кнопку мыши. Не, он мне это писал очень давно. А, в личку? Да. Он тогда хуй на него. Ну, Жора модератор, он как бы разбирается такие. Тогда хуй на него? Нужен ник Жора-модератор. Не, я там на Twitch заявку послал, меня там поменяют на кадры в 95. О, а Паша опять отстает на 1000. Опа! Зрителей. Милития, ребят. Есть соперники. Блин, хорошо играть на стриме, люди просто собираются и тоже ищут милитию. Да. Так это Иван. Всякие Паши бицепс, да? Иван, устрой нам бой против Паши. С Пашей бой. Против Паши. С Пашей не надо. Нет. Принимайте игру, ребята. Я вроде принял. До последних секундных. Что же это такое? Человек пишет 1.6, не было 10 лет назад. Как же он ошибается? Угу. У вас тоже 7 из 10? Угу. А у меня 8. Да я не помню, то еще, наверное, когда я шпилил вот это вот совсем, когда юнец был. 1.5 было, или 1.3, или 1.1. Может, я даже помню, как я в 1.5 играл, на самом деле. Я тоже. Так вот, мне интересно. Когда 1.6 начался. Там меншин крутой был. Мерф, а сколько тебе лет? Мне 20. Ну как топовая ты говоришь, версия была... с половиной, это важно. Топовая версия была 1.1, 1.3. Там можно было на машине подняться, там, на любое здание. Я не играл. Фу, блядь. На машине по лестнице имеется в виду? Ну не, ну чисто. Машинган, блядь. Б-51. Там можно было на ней при помощи стрельбы на нем по стенам лазить. Плазмаган? Типа. Да. Плазмаклип. Да. У меня до сих пор 7 из 10, чтобы вы понимали. Да тоже. Ну вот люди отцепки нажимают. У меня тоже 7 из 10. Да. Ну го заново соберем это. Похоже, просто кто-то заснул, пока нажимал искать милицию. Да нет, заново бы поиск пошел. Соберешь пати заново? Нет. Может, тогда опять дудос? Какой-нибудь хитрый. Дудос милиции. О, вроде. Ацепт, ребят, ацепт. Я нажал. О, 7 из 10. Все. 8. Ацепт, плиз. Я повис. Ты это зацептил? Не вижу. Ацепт, ребят, ацепт. Все лагает, но мы должны прорваться на ручье. Ну 8 из 10 это лучше. Я похоже единственный, кто нажал, да? Все 1 из 10. А у вас 8 из 10? А у меня вообще ничего нет. У меня 1 из 10. Я нажал принять все. У меня пропала эта хуйня. Ну ничего, сейчас еще раз нажми. Дудос.
Задудосили, короче. У Андрея на стриме 8 из 10 висит, у меня висит 1 из 10. У меня даже 8, да это ведь. Спать я вроде такая байда. Ничего не знаем, будем стараться. И мы победим. Просто это надо сами подумать, это заново собирать. Это... Заново собирать. Да. И не факт, что поможет. Нет никакой гарантии. Да, это очень тяжело. Блин, может поесть успею? Я в туалет хочу. Если игра будет найдена, и я за это, ну, не успею, кик нахуй. Ты иди уже. Ну что, ребят, новая пати? Походу, просто Паша хочет, чтобы мы с ним поиграли. Да? CSGO дедосит. Да, наверное. Ему же делать нечего, правильно? Хотя я сейчас прикинул, ну его нахуй. Будет вот это, выйдет 1, 2, 3. Да ебать, слушай, перестань. Опа. Так, значит, потные подмышки, кикплеер. Я уже готов, если что. Семь. Так. Мне кажется, кто-то из зрителей троллит, типа так смешно. Запускает поиск и принимает. Да, поиск, если бы кто-то не принимал поиск... 10 плюсы, ребят. Есть. Все, пойдем. Очень жестокий отбор. Реально очень жестокий. Я долго собирался. Так. Ready. Давай, десятый. Иван, ты здесь? Да. О, да. Хорошо. А карта-то большая, да? Очень большая карта. Так, как тебе сказать? Она большая карта. Ухо просто самое слабое оружие, блядь. Так я в Фрутханса не играл тоже. Так, ну это стандарт. Экскурсию провести? В очко проходит. Экскурсию? А, давай. Давай. А почему здесь? Стоп. Здесь по-другому в очко проходит. Да, реально. Что-то она другая. Это в ангар, это в ангар. Вот смотри, первое это вот сюда, да, вот мер, ты правильно идешь, пролазить. Нет, вернись. Это ты на задний двор выходишь. А второе вот очко. Вот эти туннели. А что вот за это. Задний двор, блядь? Ну, задний двор, это направо, там дверь. Стандартный двор. Задний двор? Стандартный задний двор. Всем духов. Хватит мне стрелять, блядь. Доброй ночи. Доброй ночи. А отсюда выхода нет, я так смотрю. Как это? Вот окно. И ты вот на заднем дворе, видишь? Ебать, какое очко здесь большое, ребят. А это где здесь дверь была, да, раньше? Блядь, она куда-нибудь закончится? Я сейчас в другую карту уйду просто. Там за тебя бот. А диван с телевизором есть на первом этаже? Нет. Там есть много других приколов. Холодильник, вот этот вот стол.
Бани здесь нету. Что заметно ухудшает. Здесь кишка походу простреливается еще. Что-то она совсем другая, по-моему. Тяжело просто вспомнить. Не, она такая же, просто, ну, по-другому. Все выглядит. Что-то я еще не раздуплился. Где мой бассейн? Нету. Тут нету, да, этого, бани нету тут. Я очень был разочарован. Заложники. У них спал на крыше? А? Нет. Нет, только. О, не, ну тут походы по-другому немного сделаны в любом случае. Короче, я в сарае буду. Здесь фишка была раньше, на скалу можно было запрыгивать, и вообще жестко было. За них, кстати, Юкубович. Бывает. Ебать, туалеты есть еще. То есть как без туалетов там в жилом доме? Все пистолеты выкидывали, ребят? Армор? Нет. А почему у нас и маски, и кепки? Маскарад. Вон, это каска. ФБАй написано. Вон тут кепка. Опа! Опа! Ты будешь следующий. Кажи сюда. Давай, попробуй. За мою нычку пришел. Бери его, попробуй. Пистолет-то не взял, педрила. Дебила, кусок. Я тебе его сохраню и отдам в следующем раунде. Патрончики он еще забрал. Там по кишке где-то бегают. Двое вышли просто. Да. Ребята, я тут, короче, тему знаю. Потом я тебя видел. Ну и хер с тобой. Тащим. А ну-ка, кстати, ребят, что-то не та команда, секундочку. А ты хлопаешь, блядь, себя, сука. Зачем так сделал? О, ну ебана кусок. Вот это норм команда. И умер сразу. БПТМ? Ну, Биг Бенет больше, чем... Да. Как бы, сосайте, ребята. Ладно, на самом деле, это терровская карта. Первый раунд, да. У нас тут подсадки, все дела отработанные. Угу. Видишь эту стену? Андрюха, видишь слева стена? Привет, ты хочешь? С какой стены? Где? Ну вот слева стена, она вообще не преграда нам с Иваном. Мы знаем все. Подсаживать можно. Да. Сюда на бочку садишься и подсаживаешь. Нет, с мухами. Да. Тут очень часто, кстати, по крышам должны лазить. Очень прошаренные ребята. А, и по кишке. По кишке. По кишке, да. Пошел нахуй. Куда я бегу, ёбаный? Там, кстати, один без головы, но так. Вот здесь... Головы тебя бери, тащи его нахуй. Убивай его нахуй. Да, ты следующий берем уши, правильно? Почему ты так быстро убежал, Иван? Я тебя потерял, тебя убили слишком быстро. У меня минус один вообще, не трогай меня, давай я мухи хотел возьми. Сам это сделать. Мухи берем? Да, да. Берем. Хорошо. Подсаживаемся. Угу. Короче, смотри. Кто-то сядет на эту бочку? Я сяду. Давай. А мы на него. Да, можете вдвоем, кстати, поместиться, да, я широкий. Вот уже обрабатывает. Ты дух, помогай, на крыше. Видишь дреды? Нихуя не вижу. Вон гранаты летят оттуда, видишь? С другой стороны на меня. На кишке уже аркада. Можно? По крыше лазит. В траве. Стой в траву. А, вижу там. Андрюх, тебе нормально там? Да. Весом взял, сломал, блин, почтовый ящик. Намазься. Еще так посмотрел, я отошел, блядь, хуйня. А, еще пацаночка, Андрюха, иди сюда. Так. О, в натуре там. Залазь на меня. Так. Смотри. Крышу видно? Видно. Все. Попал. Все, смотри. Будешь знать. Попал в дядю.
Хорошо. Деня. Хуй знает. Я покоцал одного, 32. Оп, одному кочерышку. Так, еще посадочки есть, ребят? Больше нет, пока не выучили. Струнул, струнул дома. Нет. Пошли, пошли. 40 секунд, ребят, надо диффузить. Мы на заднем дворе уже. Тут пока все спокойно. Вот труп тебя. Собираем, пацана. Снизу, снизу. Снизу. 30 секунд, ребят. Снизу. Хорошо, блин. В принципе... Андрюх, диффузь. Я реально больше, чем нужно сделал. Я хотел просто тебя убить. Там еще жид антимаг есть. Антисемит, хорошо. Антимаг. Вообще антимаг. Кишку, Андрюх, кишку. Где тиммейт мой? Андрюх, я еще одного тащу. Зачем? Андрюх, слева в кишку. Больше денег. Дебил. Больше. На задней двери, на задней двери. Хорошо, Андрей. Все просто. Видишь, какая карта крутая, Андрюх? Мерф. Я реально тобой недоволен. Я скоро могу выйти из твоей команды, если ты будешь так себя вести. Больше денег зарабатывать. С минус один бегать, блядь. Так, ребят. Сначала стандартную замучу. Пошли, Волош, я тебя подержу. Вот здесь сразу готовься справа. Я знаю, я убивал уже, двоих убежал. Молодец. Нет, просто они вот в этой точке уже бывают по моменту. На крыше, смухай, черт. Жопу червал. Нет. Пошли за мной. Вырываемся? Я захожу. Я в дверь ворвался. Я зашел, я у них в доме, уже, пиздец. Делаю, что хочу, минус один, блядь. Мы к заложнику прорываемся по туннелям. Забирай все, что есть. Мы уже спиздили заложника. По туннелю? Нет, в доме я забрал. Воруй. О, они здесь, в дверях, суки! А я еще по своему попал? Убил его. Пошли. Там еще был один. Да, вижу. Вышел. Спрыгнул. Нет, не спрыгнул. Если еще раз попаду по своему, меня выкинут с сервера. За деревом, за сараем последний. А где выход? Где выход? Не сюда, убивайте, сюда, пожалуйста. Сюда, пошли. Не убивайте, 1000 лишняя. Волоша, пошли. За мной. Чё ты какой-то медленный. Есть такое. Нормально. Бать, ты его тащишь. Всего одного тащишь. Да нормально, 1000 получил. Я так хочу тебя убить. Блять, несправедливо немножко. Все-таки одного выводят, а второй как бы там сдохнет, но всем плевать. Контртеррористы победили. Во-первых, да. Все равно, что, блядь... Задача минимум. Во-вторых, Волоша старался, через всю карту нес человека, блядь. Да. Даже донести не успел. На спине. На горбу, блядь. Как-то нас много в этом. А почему бы нет? Это нормально. Что, может, с парадного пойдем, блядь? Так я с парадного в прошлый раз зашел, там никого не было. А вот слева. Сука. Кишка 2. Кишка 2, а один 8 хп, другой может быть поменьше чуть. Бас, короче, я еще раз забираю, я, короче, нашел проход. Справа смотри, Андрюх, сзади спину смотри. Вот здесь, да, слева, с левой стороны будет снизу. Еще пониже. Ну, блин. Да, вот здесь вот может выйти. Могут выйти. Ага, есть фиолетовый снайпер. В самом конце заложника. Андрей? Тащите заложника? Я тащу. Тащите. Там один пацан ФК. Да, Арсенал там будет. А где ты тащишь его? Я тащу уже на респ. Там на респе будут ждать. На нашем? Да. Максимум двое, типа один вообще. Максимум двое. Я уже его вывез. А все? Ага. Ну чуть-чуть. Он прямо вот на квадратике лежит. Их там двое. Двое, думаешь? Оба справа стоят. Я видел их двоих. Потом не спеши, Андрей, не спеши. Я все придумаю. Блять, отпусти. Еще один. С одним придумал. Второго пистолета. Он может слева тут сидеть за стеной. Он справа за стеной. Слева справа. Может сзади еще не будет бежать. Попал в него. Он может с кишки выйти, Иван. Три хп, 7 хп у него, 7 хп. Справа? Да. В прыжке его. Да выходи, зажимай, блять. Тю. Не доиграл. Сука! Выиграл. Ну, спас. Хорошо. Это просто эпик хороший. Спас, да? А, да, хорош. Ты
просто именно той стороной, где пожил. Ты пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти заложника. Я просто той стороны, походу, да, стоял. Который никого даже не убьет, Иван. Так он бессмертный, блядь. Ну тоже плюс. Блять, мы приехали на ёбаных, блять, машинах-убийцах, блять. Почему мы идем пешком, нахуй, в этот ёбаный сарай? Дрюх, мы не на этих приехали, это просто декоративность. Мы на тех приехали. Там один рашит. Воу. Двое рашит. Слышишь? Не, понял. Тут трое рашит, блять. Хорошо им. А ну давай, сейчас с тобой пообщаемся, блять. Опс. Опс, мопс. В ангаре всем, блядь. Или уже на базу пошёл? Помогал ангаре. Я один прошёл. Ещё я один... стрелял, дред. Там это скар 20-й отдали. Один вас будет ждать на базе? Он, походу, я его убил, наверное. Так, где я? Что он на базе будет ждать. Ты уверен в этом? Да. Хуй с ним. Я знаю, как на базу пройти. Не, я знаю, как на базу пройти с той стороны. Пусть бибутся всё. Все, последний на базе, так говорит? Последний заложник на самой жопе. Ты сказал на базе у нас, не? Все, я манул. Последний заложник стоит, вы выводите? Я его держу. Пустите меня, я съеду отсюда. Он его выводит. Всем пох. Выводите заложника. Волош уже сверху смотрит. Волош, да, он там внизу, Волош. Точно? Или где-то здесь, в этой комнатке. А где он делся? Вон он. Ёб твою мать, справа здесь будет прямо сейчас. Иди, выходи. Пас ногой. Хорошо. Самый ценный игрок. Да, что-то Тим Мервин какие-то слабенькие у нас. Вообще ни о чем, блин. Что Волоша. Такое. Что есть, что нет, блядь. Мне кажется, вот эта разница 3 очка. А, подсади, пошли. Не, похоже. Как хочешь. А, блядь, я просто надо было садиться. Надо было. Ух, ёб твою мать. Это ты с АВП, Вань? У меня АВП было, да. А там муха. А есть подсадочка какая? Ну ёбаный ты, гандон. Не знаю. Подсади, Волош, иди сюда. По кишке идет АВП 40 хп. Заебись. Но он может не знать, что у него АВП. Волош, дел дрянь. Так как? Хуй знает. Это кишка где? Сзади СВП. Стремновато. Вон он залез. Куда он залез? Ну, куда Волош смотрит? Волош. Смотрю. Куда он залез? И вот сюда, вот стекло это ебало. А, он сзади вас распидает. Вот его рука торчит. Тут же все прострелили, запрострелили нахуй. И зарешетите нахуй этот двор. В тот двор, брать. Андрей, твой, собирай Волош. Машину. Или на тракторе что-то придумайте. Хорош, прикрыл. Хотел же своего. А пошли, может, полынить? Где враг? Похуй на того. А я вот так вот. А он спустился вниз. Я что-то не попадаю вообще. Попал наконец-то. Ага. А тот остался, который... Кто, скорее всего, в кишке сидит, заложника будет контролить. Я пошел из кишки отходить. Как здесь можно? 30 секунд. Какой? Я просто убьем его. Давайте все вместе, ребят. Давайте. Убейте заложника просто, да и все. Убейте заложника? Ух ты, его насадил. И заложника, братан. 900 бачей. На дороге не валяются, бля. Угу. У меня зарплата такая, ну. Это нормальная зарплата, на самом деле. Не, у меня побольше, но... Я имею в виду, это полицая. Сколько, кстати, полицейские получают в Америке? Один пошел рашить, слышишь, к вам, парни? В ангар пошел один к вам. Будет классно. Пушку, трешку. Кстати, Ваня, я тебе могу АВП вернуть, если надо. Не, нормально, мой кольт. Так как он уже все прошел, ну, ребят? Я вам сказал, ну я же сказал, ну, блядь. Да не, я его видел, блядь, но просто уже флешку кто-то кинул туда. Да это, блядь, Дредс не пострелялся, он понял, что не по шансам и ушел нахуй оттуда. Да. Сука. Ай. 15 хп бегает, блядь. По инфе играл. Чё я не могу на трактор запрыгнуть? Прыгает, блядь. Андрюх, я тебя могу подсадить, давай. Давай. Там сложно просто, ты с оружием в руках, ну как бы, блядь. Давай. Всё, Андрюх, сиди. Бля, Андрюх, ну, соберись. На него нельзя запрыгнуть. Сейчас скилл выдор случается. Да попробуй в кабинку, давай в кабинку. Давай на колесо хотя бы. На колесо хотя бы давай. Тоже нельзя.
Непонятно, трактор какой-то дурацкий, блядь. Конструктор дебил. Из окна, серединного. Сейчас посчитает, Дуду, хвала слава. А где Мервинг? Я заложника беру. Бум. За мной ты спины уже выехали. А ты куда бежишь? Я по кишке обратно бегу. Давай. Он что, вообще даун? Это где? Это в кишке. В кишке это не сюда, Дред, не сюда. Волож. Назад. Это он меня вслепую убил, чтобы вы понимали. Ты что, блядь, отступаешь? Нет, я в кишку, пошли со мной. Так там нет кишки, блядь. Там можно пройти в кишку. Ну да, но это дальний путь. Они тут потеряли столько времени, блядь. Чтобы вы понимали, у вас 15 хп на двоих. Он в кишке еще на дереве, далеко очень, очень далеко. Очень далеко. Давай, Волош идет, ты его прикрываешь, дух. Плохо прикрываю. У тебя 8 тысяч, ты сможешь купить себе новый. Иди направо. Андрюх, я тебе дам скар. Я зря это сказал, ну ладно, я тебе. Вот он здесь, он там внизу на дереве дальше был. Хорошо! Домой! А где? Больше не в кишке на дереве, Ласт. В кишке на дереве? В кишке, где деревянные полы. Куда ты идешь? Иди на первый этаж, там здесь второй заложник. Вот справа. Первый хуй с ним. А еще время дадут? Да. Ну да. Андрюх, я тебе дам скару в следующем раунде. Он здесь по прямой. Назад, 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 назад. Вот здесь направо. Стреляй его нахер. 4 секунды. Подожди. Они топай, налево топай. Резко. Время не дали. Блять, не дали реально. Убей его, нахуй. Он, в натуре бросай приготовь его. Приготовь его и съешь. На кухне, блядь. Вон трубка, телефон. Набери. Звони. Закажи пиццу. Скар-контрактор. Кстати, это карта КТ, я так понял? Нет, Тироска. Заложники, как-никак. Я хочу сейчас с Дредом побегать, мне понравилось, короче. Тебе понравилось бегать за Дредом? Да, он хорошо стреляет, он прикрывает. Вот ты не с тем Дредом бегал. Аркада, аркада за ангаром. Один хп уже. Прикрыл ты, Андрюша. Раунд не начался еще даже почти. Не по кишке вроде аркадит. Шуточки, прибауточки, блядь, сейчас Дредыч бах, попал в ногу. По кишке аркада была. Минус 78. Минус 78. 78. Это рядом с ангаром. К ангару подходит. И на крышу, Волош. Сука, один в кишке справа просто сидит. На крышу там все видно. Я не знаю, где это. И бил его. Все, держите, сука, на ладони, смотри. Ебать, это птицы. Я там стреляю же, Волоша. Да. В дырку своим. Спрыгивай, как ОМОН. Делай дырку. Давай, давай. За ним. Там. В дырку. Давай. В дырку, в дырку. Да прыгай в дырку. О, ОМОН, спецназ. Здесь бараки какие-то. Бараки Обама. Могу АВП дать, если надо. Давай, меняемся. Я могу скар дать даже. АВП. АВП. А слабо ему выстрелить в голову с АВП? Да, меня слабо, забанят. Блядь? Да. Слабо. А мне не слабо. У меня ваши подачки, Андрюха. Андрюха, давай. Сука, дрянь. Иди сюда. Иди сюда. Ай, тут враг уже. Тут было двое. Ладно, похуй. Я на адреналине, блядь, могу с двумя побазарить. Там третий еще. Бля, Андрюха, а что ты ассист не получил? Ты как-то слабо в него попал. Там есть, он есть. Бля, а один у птицы фермы какой? Да, бля. Разве... А, ты не наш был. Я тебя понял, Андрюх, я ВП свой забираю. Забираю свой. Извини, я пошутил. Сейчас, Андрюх, БТР тяну на. Забираю его. Стреляю тебе. Сейчас заберу, бля. Парни, забирайте. Андрюх, ты можешь стоять в квадрате зелененьком на респе, я тебя не буду убивать. В каком? Вот в этом? Да. А, ты забрал. Все, Андрюх, все нормально. Блять! Бля.
Андрюха, один неловкий взгляд может изменить твою жизнь. Изменил. На смерть, блядь. Бля. Бля. Он просто гулял, блядь, по своему участку. Ладно, тащите, ребят, мы вам даем шанс. Бля, Иван. Ниндзя, блядь. Скорее всего, один из заложников, который в этом, в сарайчике. Давайте проверим. Иван, давай, не стесняйся, что он знает. Да, сзади. Скорее всего. Сзади нихуя, что он творит? Сзади. На этой птицеферме или как она? Птицеферма, птицеферма здесь прям. И второй справа. Ты чё такой? Андрюха, новое ВП не хочешь подарить? Тебе дать? Ну да. Давай. Я тебе тоже свое дам. Чё, мне не жалко. А. Да нормально, нормально. Я тебя просто хочу убить не со своего оружия. Чё я, блядь, марать буду? Знаешь, там патрон. В ангар забежал. В ангар забежал. Ничего страшного. И по кишке идет один. Двое по кишке бегут. Он чё творит? Угу. Ты что ли так делал уже? Или чё он ждал? А? Я же по, так... по нему пострелял. А, тогда ладно. Андрюха, ты... О, жив. Кстати, Андрюх, там откуда ты залазил, был один чел. Последний, короче, в доме, да, по правой части. Я знаю, у меня осталось 15 хп как раз, это он, наверное, был. А он с СС-ками, я так понимаю, у него патронов нету. Ну, он 12 есть. Андрей, давай Ивану и решу от СУП. Как это нету, блядь, патронов-то? Я его резанул. Андрей! Я говорю, с СС-ки. Тебе повезло, Андрей. Мне... Очки, кстати, классные у тебя. А у Галоши шапочка прикольная. Спасибо. А у тебя кепка нормальная. Это практички дреда. Топовые. Иван, ну есть еще один раз, что можно. Ну рискни, сука. Рискни, рискни, блядь. Не, да рискни, блядь. Не, меня забанит, походу. Нет, рискни, блядь. Точно? Да, блядь. Иван, ну я же ведь убью и вылечу. Ебать. Не посмеешь, блядь. Я пошутил, посмеешь. Иван, я прикрою, иди. Да? Иду, ладно, блядь. Как под дулом, блядь. Так вот, один к вам пошел, в ангар пошел один.